Всем привет! Сегодня давайте купим один свинарник и 9 свинок. Для начала продадим имеющиеся у нас в наличии продукты, и за полученные деньги произведем нашу покупку. На данный момент у нас есть яйца и мясо. Вводим в окошко наше количество, и совершаем продажу. Все это происходит очень быстро, достаточно указать количество единиц для продажи, и нажать кнопку «Продать». Проделываем эту процедуру с яйцами и с мясом, после чего, все средства от продажи поступят на баланс для вывода. Напомню, на ферме существуют два счета, первый, это баланс для вывода, другой, это, баланс для оплаты, который служит для внутренних расчетов. Итак, свои продажи мы уже совершили, и все полученные от этой операции деньги, автоматически появились у нас на балансе для вывода. Далее, все что нам осталось, это перевести полученные средства с одного счета на другой. Для этого нам необходимо зайти в раздел «Обмен средств», где мы увидим окошко с проставленной там суммой для обмена. Тут уже прописана наша сумма. Мы можем оставить ее, как есть, или, можем ее немного скорректировать по своему усмотрению. Нажимаем «Обменять». Деньги появились на счете, для внутренних расчетов, и теперь, мы можем приступать к покупкам. Для этого мы отправимся в раздел «Рынок животных», где мы можем выбрать необходимое нам животное, и совершить нашу покупку. Итак, кликаем на свинку и в открывшейся странице, ставим в окошко, необходимое количество свиней. В нашем случае, это 9 штук. Далее, нажимаем «Купить». Операция, как везде, происходит мгновенно. Животных мы купили. Теперь, все что нам осталось, это пройти в раздел «Загоны», там мы и завершим нашу операцию. Здесь в разделе, теперь нам необходимо выбрать свинарники, где для начала, мы купим сам свинарник, который будет пустым, без животных, и нам надо будет их туда посадить. Делается это очень просто, мы нажимаем на кнопку «Купить», и таким образом, у нас теперь есть сам свинарник. Далее все делается тоже очень просто. Мы открываем сам свинарник, и одним кликом начинаем садить туда свиней. После посадки, их надо покормить. Я для наглядности, сначала их всех посажу, а затем покормлю, но делать это можно одновременно, в два клика мышкой. Первый садит животное, другой – кормит. После кормления, наши довольные и упитанные свиньи, через 12 часов дадут свой первый продукт – мясо. Тут мы закончили. И по традиции, в конце видео, хочу показать вам раздел, где мы можем видеть свою возможную прибыль. В этом разделе, мы можем видеть, какой может быть прибыль. Для удобства, в левой колонке я выбрал по одной единице всего, что постепенно будет доступно. Животные, фабрики, блины. В правой колонке мы видим их ежемесячную прибыль, повторюсь. С каждым новым уровнем, появляется возможность для наших расширений, но, это не означает, что мы обязаны все покупать, либо реинвестировать. Каждый это делает по своему желанию, и по своей стратегии. Одно могу сказать точно, эта игра не только интересна, но и ощутимо прибыльная. Присоединиться вы можете по ссылке, которая находится под этим видео. После регистрации в игре, вам будет доступна внутренняя почта, и, если будут вопросы, вы всегда сможете задать их мне, мой ник. Ариол. Который вы увидите в своем аккаунте. Кроме того, на сайте есть подробные инструкции, а также чат, где всегда можно получить ответы в режиме онлайн.